Этот аварийно-спасательный автомобиль на базе «Газель-Некс», СГУ «Элина», радиостанция «Моторола». Впереди сидят старшие выезда, 3 человека впереди, 4 посадочных места сзади. Штатное место для огнетушителей. Там же находится баллон со сжатым воздухом для пневмоинструмента. Ну и под сиденьями располагается боевая одежда пожарного для защиты спасателя. Сверху расположена полка для касок, опять же, для защиты головы, забралом, чтобы защищать лицевую часть спасателя. В кузове мы видим комбинированные ножницы, световая башня с двигателем Honda, применяется для освещения в темное время суток, ну, рабочей зоны. Бензоинструмент, это и бензопила, это и бензорез. Холматра уже с одношланговым устройством подключения к инструменту. На дверях размещаются носилки. Размещена лопата, топор, шансовый инструмент. Также мешок с альпснаряжением. Аптечка, опять же, комплект с вакуумными шинами. Это и для руки, и для ноги, и шейные корсеты. Подкладки, фиксация при ДТП автомобилей, чтобы не было опрокидывания. Ну и при проеме бетонной конструкции тоже, которые могут изменить свое положение и, возможно, придавить и спасателя, и пострадавшего. Конечно же, конусы, которыми ограждается рабочая зона. По большому счету, можно сказать, стандартная комплектация, но только уже вот ГАСИ Холматра. На автомобиле, на крыше размещены фароискатели, которые помогают освещать рабочую зону в ночное время, чтобы было видно, удобно работать и, соответственно, для безопасности это пригождается.